Поэтому сейчас возьмем желтую нить и наберем 12 столбиков. Кольце. Вот так вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кольцо мы не стягиваем. Провязали 12 и проложим маркировочную нить. 12, и вот маркировочная нить. Нам нужна она здесь, чтобы не потерять начало ряда. И теперь следующий ряд мы вяжем по одному столбику из каждой петли. И так вяжем еще 4 ряда по 12 столбиков по кругу. Это будет шея. Вот я провязала 4 ряда еще. Всего, вот как бы если считать от начала, то это 5 рядов будет. Итак, шестой ряд мы теперь берем из первой петли. Провязываем 2 столбика. 1, 2. Из второй петли тоже 2 столбика. Из третьей петли тоже 2 столбика. Из четвертой петли тоже 2 столбика. Из пятой петли тоже 2 столбика. И из шестой петли тоже 2 столбика. Дальше вяжем по одному столбику из каждой петли. Следующий ряд. Провязать все петли по одному столбику из каждой петли. Провязали еще один ряд. Теперь по петлям по одному столбику из каждой петли. Следующий ряд мы опять в этом же месте провязываем один столбик. Нет, 2 столбика из первой петли провяжем. Теперь один столбик. Теперь опять 2 столбика из петли. Теперь опять 1 столбик. И снова 2 столбика из петли. 1 столбик. Опять 2 столбика из петли. 1 столбик. И снова 2 столбика из петли. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой раз. 6 раз надо сделать, по 2 столбика из петли провязать. Дальше провязать по одному столбику из каждой петли. Все, провязали ряд. Теперь у нас в ряду получилось 24 столбика по кругу. И нужно провязать таких 5 рядов. Вот я провязала 5 рядов по 24 столбика в каждом ряду. И теперь мы провяжем 12 столбиков. По одному столбику из каждой петли. А теперь нужно провязывать вот так. 2 столбика вместе. 1 столбик. Опять 2 столбика вместе. 1 столбик. 2 столбика вместе. 1 столбик. И 2 столбика вместе. И последний 1 столбик. Провязали. Следующий ряд. Снова вяжем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И опять 2 столбика вместе. 1 столбик, 2 столбика вместе, 1 столбик и
2 столбика вместе. Следующий ряд вяжем. Один столбик из первой петли, 2 столбика вместе. Один столбик из первой петли, 2 столбика вместе. И так до конца ряда. Один столбик, 2 столбика вместе. Один столбик, 2 столбика вместе. Провязали. Теперь нужно провязывать по 2 столбика вместе все время. Один, два, три, четыре. И теперь берем одну петлю и через одну провязываем вот так еще одну петлю, туго стягиваем плотненько и затягиваем, закрываем. Вот такое у нас туловище получилось, оно небольшое совсем, его нужно наполнить сейчас через шею холофайбером. Дальше мы на нем сразу свяжем петлю, эту нить, вот эту пока маркировочную не выдергиваем, чтобы, хотя оно и так видно, но на всякий случай, чтобы видно было, где разграничительная. Это боковая сторона, это верх, это низ, вот как бы, чтобы было более четко видно. То есть по боку идет вот эта красная нить там внизу. Поэтому пока, чтобы не потерять, где бок, где верх, где низ, не перепутать, мы оставим ее пока. Сейчас нужно наполнить туловище, потом свяжем лапки, хвостик и пришьем туловище к голове. Вот, я наполнила туловище. Выглядит оно вот так, немножко вздернуто сзади, как бы сверху. Вот бок у нас идет, значит. А вот тут чуть-чуть вздернуто, тут немножко плоско. Здесь тоже чуть-чуть вот таким вот бугорком, и оно загибается вот туда наверх. Вот у нас немножко должно, можно подтянуть еще. Вот, и теперь держим вот так вот за бока его, и нужно разметить лапки. Задние лапки должны размещаться вот так вот ближе вот к этому центру. Вот тут вот такие вот кругленькие, они достаточно толстенькие. Мы разместим посерединке где-то, разметим. И вот так вот, вот вторая тоже где-то серединка будет его вот так вот где-то, да? Вот центр здесь, бугорок у нас, здесь вот эти выемки. Все. И теперь точно так же по центру мы напротив этого расположим передние лапки. Вот так одну. И где-то вот тут вторую. Они чуть-чуть ближе к центру от этих, потому что тут расстояние меньше, да и они сами потоньше. И теперь мы берем желтую нитку и продолжаем вязание. Набираем на месте прямо передние лапки. Набрать где-то сантиметров, господи. Столбиков 7. Начинаем, как всегда, набирать сбоку и на внешнюю сторону, потому что тот ряд первый, он всегда добавляет как будто бы высоты. Вот так закрепили нитку. И теперь вокруг вот булавочки провязываем вот так вот прямо сюда вниз 1. Теперь от нее сюда в сторону 2. Прямо опять 3, обратно вот сюда 4, вот так вот будет 5, вот так будет 6, и вот так напрямую наискосок соединим, будет 7. Так, теперь переходим в первую.
Удаляем. Вяжем дальше. Первый столбик провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Посчитали, проверили 7. И теперь нужно связать 4 ряда от начала вязания по 7 столбикам. По 7 столбиков в каждом ряду. Четвертый ряд провязали. И теперь вот тут сзади, до того, как вот последнюю петлю, еще вот последнюю я не провязала, вот я отпущу эту и еще одну последнюю в четвертом ряду. Две последних петли провязываем, из них 2 столбика вместе. Теперь дальше вяжем по 6 столбиков. Всего 8 рядов. Еще 4 ряда вяжем по 6 столбиков. Вот первый ряд провязали. Всего от начала вязания, чтобы было 8 рядов. После этого нужно наполнить лапку холофайбером, собрать все оставшиеся петли, сразу все 6, в пучок и закрыть. Вторую лапку свяжем точно так же, переднюю. Провязали 2 передние лапки, вот такие вот получились. И теперь будем вязать задние. Задние лапки, они большие. И побольше, потолще вверху, поэтому они почти начинаются с середины, вот внутри, почти состыковываются, скажем, вот так вот можно считать, что мы должны провязать. Но начинаем вязание, как всегда, вот так сзади и уходим даже немножко вот отсюда, наверное, все-таки. Вот нам нужно, чтобы вот та сторона была длиннее наружная. Поэтому тут закрепляем где-то нить, отступив одну петельку в сторону от центра. Вот, и начинаем вязать вот так наружу сюда, вот так, один столбик, второй столбик. Я думаю, вот так вот третий столбик, еще сюда четвертый. Вот сюда пятый. Так, шестой пойдет. Еще вот так наискосок возьмем седьмой столбик. Восьмой. Девятый. Десятый вот так. Одиннадцатый. Двенадцатый. И 13 столбик мы соединим. Вот так будет 13 столбиков. Значит, мы смотрим. Здесь вот один столбик, не доходя до передней лапки, один рядочек, вернее, вот одна полоса осталась, петель. И здесь вот до центра тоже получается вот центр, один, второй и в третью мы уже провязывали. Ну, вот так вот приблизительно, чтобы определиться с размером, как набирать. И теперь дальше мы вяжем 4 ряда по 13 столбиков. Первый вот этот по кругу. Вот так, один, второй, и пошли по кругу. 4 ряда надо провязать. Вот я провязала 4 ряда по кругу. И вот я нахожусь сейчас, даже один вот так еще раз пущу, вот как бы сбоку. На лапке четвертый ряд, и вот я сбоку остановилась. Нужно также будет на следующей ножке вязать. Это будет с той стороны или с этой, но сбоку. Так, чтобы убирать только с задней стороны. И только сзади мы делаем вот так вот 1, 2, провязываем вместе. Теперь одну пропускаем. Опять 1, 2, провязываем вместе. Одну пропускаем. И снова 1, 2 провяжем вместе. Вот так вот получается задняя и немножечко как бы вот наружно-боковая. Внутренняя не заужается. Теперь провяжем, закончим этот ряд и провяжем следующий. Пропустила. И провяжем следующий ряд по петлям.
по одному столбику из каждой петли. Вот теперь мы не убавляем, а просто вяжем вот так вот по одному столбику из каждой петли на том месте, где мы убавляли. Провязали этот ряд, еще вот заканчиваем. Опять будем сейчас с внутренней стороны ноги. Вот так вот. И теперь снова нужно один раз. Делаем вот еще один рядочек, один столбик провяжем, а вот следующий, один и второй, вот они сзади именно, нужно провязать вместе снова. И провязать теперь еще этот ряд закончим, еще 4 ряда. Всего от начала вязания вот так должно быть 11 рядов. Провязываем теперь вот эти петли по одному столбику из каждой петли. Считаем, сколько у нас тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще 2 ряда нужно провязать также по одному столбику из каждой петли. Один провязали. И теперь один провязали, а второй ряд – это ряд, который мы все собираем в пучок. Только теперь мы собираем не каждую петелечку, а вот одну провязали, одну пропускаем, одну опять провязываем петлю, столбик не закрываем, одну пропускаем, опять одну провязываем петлю, вот одну пропускаем и снова одну петлю провязываем. Их просто будет слишком много, если провязывать все. Вот так вот в пучок. И теперь вот тут вот следующее, что мы вот оставили еще не провязанными, в одну из них продеваем и сразу насквозь вот так вот закрепляем, отрезаем. Но перед этим надо наполнить лапку холофайбером. Вот мы связали лапки задние, передние. Теперь нужно связать хвостик сразу и присоединить его. Начнем вязание с красной нитки. Наберем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. И теперь провяжем еще раз 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эту ниточку оставим пока вот так, чтобы ее держать. А сюда проложим другую нить какую-нибудь для маркировки рядочка, начала ряда. И теперь вяжем 12 столбиков. Для этого из следующей петли провяжем 2 столбика. 1, 2. Следующий снова вяжем 1, 2. И следующий опять 1 и 2. И так до конца ряда. Из каждой петли по 2 столбика. Мы провязали 12 столбиков в ряд. И потом еще 2 ряда по 12 столбиков в каждом ряду.
провязаны красной нитью. Сейчас провяжем следующий ряд 18 столбиков. Для этого 1 столбик из одной петли, из второй петли 2 столбика вяжем. 1 столбик и 2 столбика из следующей петли. 1 столбик, 2 столбика. Провязали. Теперь нужно следующие два ряда, следующие два ряда нужно провязать по 18 столбиков, но перед этим мы поменяем нить на желтый цвет. Для этого нужно провязать столбик двумя нитями вместе. Теперь отделить красную, кончик этой нитки желтой, что мы привязали. Убираем в сторону сюда и теперь следующую петлю вот провязываем уже столбик желтой. А здесь еще не накрыла. Завязать. А теперь следующую петлю провязываем желтым цветом. Все, закрепили. Отрезаем эти нитки, чтобы не мешали. Остается только маркировочная нить. У нас желтого цвета тоже она, поэтому будет желтая. Дальше вяжем желтыми нитками два ряда по 18 столбиков сейчас. Провязали еще два ряда по 18 столбиков. Следующий ряд будет 24 столбика. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбик из одной петли, 3 столбик и 4 вяжем из 3 петли. 1 столбик, 2 столбик. А третий и четвертый вяжем из третьей петли. Опять один столбик, второй столбик, третий и четвертый из одной петли. И так до конца ряда. И следующий ряд 24 столбика вяжем еще два ряда. Провязали два ряда по 24 столбика еще. Теперь вяжем 30 столбиков делаем. Для этого провязываем 1 столбик, 2, 3 столбики по одному из каждой петли. И теперь 2 столбика из 4 петли, 4, 5. 1, 2, 3. А 4 и 5 провязываем из одного столбика. И так до конца ряда. И еще 2 ряда провяжем 30 столбиков. В каждом ряду. Я провязала 2 ряда по 30, и я думаю, что достаточно будет. Мы провяжем сейчас еще 4 ряда по 30, и потом начнем убавлять. Поэтому продолжаем вязание прямо по одному столбику из каждой петли предыдущего ряда. И еще 4 ряда вяжем по 30 столбиков. Всего будет 6 по 30 столбиков. Будет достаточно. Вот я провязала еще 4 ряда по 30 столбиков. Теперь начнем заужать. Заужать мы будем точно так же, как расширяли. То есть один ряд идет на заужение, два ряда провязываем по одному столбику из каждой петли. И так пока останется 6 столбиков, и эти 6 столбиков мы будем пришивать. Итак, 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик вяжем по одному из каждой петли. Дальше один столбик не довязываем, второй столбик не довязываем и провязываем их вместе. Итак, один столбик, второй, третий, четвертый и пятый провязываем вместе. Один, два, три, четвертый, пятый провязываем вместе. У нас получится 24 столбика в ряду, и следующие два ряда вяжем 24 столбика. Следующий ряд. Два ряда по 24 столбика я провязала. И теперь мы будем заужать до 18 столбиков. Для этого мы провяжем 1 столбик, 2 столбик, а 3 и 4 мы провязываем вместе. 1 столбик, 2 столбик, 3 и 4 провязываем вместе.
И так до конца ряда и еще 2 ряда по 18 столбиков. Провязали 18 столб, по 18 столбиков еще 2 ряда. И теперь вяжем 12, делаем столбиков. Для этого провязываем 1 столбик и 2 столбика вместе. Следующие опять 1 столбик, 2 столбика вместе. И так до конца ряда и еще 2 ряда по 12 столбиков провяжем и заполним хвостик холофайбером. Я наполнила холофайбером, провязала 12 столбиков, по 12 столбиков еще 2 ряда, и теперь мы убавляем до 6. Для этого мы вяжем 1, 2 столбика вместе, 1, 2 столбика вместе, и так до конца ряда. Получим 6 столбиков и провяжем еще 2 ряда по 6 столбиков. Все, провязали. Не так. Последний столбик вот так еще сделаем полустолбиком сразу сюда, чтобы не было ступеньки. Отрезали нитку подлиннее. Убираем маркировочную нить. Подтянем холофайбер. Немножко распушим его внутри там тоже. И подтянем его немножко вот сюда. Теперь пришиваем. Точка пришива. Найдем, чтобы это было по центру. И не слишком, я так понимаю, высоко. Вот так вот мы сделаем. Прикладываем вот этой ниткой, чтобы она была вниз. Ниточка. Прикладываем вот так вот. И закрепляем, чтобы зафиксировать вот так. Теперь с этой стороны тоже зафиксируем. Вот так вот подтянем немножечко, будет держаться. Заправляем нитку в иголку и пришиваем. Теперь мы возьмем красную нить и сделаем плавным переход вот этих ниток. Зацепим красную нитку где-то вот тут вот, спрячем узелок. И дальше мы теперь провязываем вот так вот, зацепили. Здесь теперь все время захватывая столбик из дырочки в дырочку. Сюда вниз мы провязываем вот так вот наискосок иной раз. Здесь все время одинаково. Тут по-разному, то короче, то длиннее, чтобы переход был разнообразным. Выглядел естественно, как обычно бывает в природе. То длиннее, то короче. Так вот будет выглядеть переход. У меня закончилась нитка, поэтому я сейчас закреплю вот так ее немножко здесь. И новую. Теперь нужно нарезать вот таких вот штучек, штук 10. Длина их определяется вот приблизительно вот так вот от начала уха. И сюда вот так вдвое, как бы, чтобы было. Вот такие штучки. И мы их должны теперь пришить вот тут в ухо. Ухо отодвигаем. Вот так вот вдоль. И вот так сюда чуть-чуть. А потом несколько штук вот так вдоль уха пришиваем вот эти вот штучки. Как мы... Итак, вот эти детальки мы берем, складываем вот так пополам. И вдоль вот так вот уха, не слишком близко к краю, зацепим за петельку, протянем ее
и в нее протянем вот эти хвосты, кончики. Вот так вот мы делаем вот такой тут прошиваем вот такие вот бахрому такую делаем. Сделали. И еще одну вот так вот, не доходя до самого края, вот здесь оставляем место, а здесь вот прошиваем из петельки в петелечку, вот так вот их дружненько рядышком. Вот так прошили, видите, вот пучок. Вот тут не доходя и тут не доходя, вот по пол сантиметра где-то, да. И теперь еще нужно сделать вот тут впереди перед ними тоже, не выходим за их уровень, а наоборот вот сюда как бы больше их кучкуем, чтобы они были в кучку собраны. Попушистее такой пучочек делаем. Следующий тоже так же. Ну, еще один, наверное, вот тут вот можно вот так сюда, чтобы не торчал он потом. Мы к тому присоединимся. И вот так вот закрепим. Вот так здесь сделали. И теперь нам нужно, чтобы оно ближе держалось сюда, мы еще вот так вот вдоль закрепим несколько штучек вот так наверх. Вот тут уже не так густо, а вот так вот как бы произвольно, даже, наверное, вот так ближе к центру направим. Вот у меня их было 11 штучек вот этих вот. И я думаю, что я еще одну штучку такую тоже отрежу. Можно еще нарезать сразу 11-12 штук получается на то ухо. И потом на втором ухе то же самое. Это я отложу как образец. Вот еще одну я вот сюда вот тоже вот так бы вот закрепила ближе к центру от того края. Это чтобы они не отходили слишком от уха, когда вместе будут потом размещаться. И как бы мы немножечко вот высоты им придаем, видите. Теперь что нужно сделать? Нужно немножечко их разделить вот так вот с помощью крючка. Сами нити распотрошить, так слегка раскучерявить. Потому что так, видите, оно таким вот метелкой такой пышной. Вот, а мы его сделаем вот так немножечко, знаете, вот чуть-чуть вот эти краешки вот так вот подстрижем. Потом вот тут чуть-чуть меньше оставим вот этот пучочек вот тоже вот так. И вот тут чуть-чуть вот так еще. Чтобы оно выглядело вот так, видите, как бы двумя такими пучками. Вот, и сразу вот этой щеточкой, вот такой вот, мы, чтобы не испортить ухо, мы его вот так возьмем на палец, и вот так вот, щетка вот такая вот у меня для расчесывания кота моего. Вот, вот я ей... Видите, вот так вот, когда распушишь, они тогда потом слипаются между собой и не расползаются сильно. Вот такой эффект получается. И теперь их можно так слегка сгруппировать. Вот они должны быть вот тут внутри ушка. И... Это должна быть чуть короче, мы ее еще подрежем. Если где-то слишком вытянули, значит их можно чуть-чуть, чтобы не торчали. Вот такой вот получается эффект. Ну, это вот можно брызнуть лаком и вот так вот скрутить. Лаком для волос, я имею в виду. Если сбрызнуть и вот так скрутить, то будут они вот такую форму держать как бы постоянно. Вот, точно так же делаем на втором ушке. Теперь я еще хочу показать,
Так мы сделаем. Мордочку надо закончить ее. Белую нитку я в две нити беру, у меня нить не очень толстая. И нужно теперь ему вышить мордочку. Мордочка у него вот такая вот продолговатые, вот такие вот, как усики, что ли. И мы их будем делать сейчас тоже. Для этого мы вот ниточку где-нибудь пониже заправим. Отсюда выйдем. И вот так вышиваем. Сначала, как вот вышивали на хвостике, так же и здесь. Сначала чуть покороче вот так вот. И чуть-чуть подлиннее туда. Просто там мы шили беспорядочно, а здесь у них есть такой порядок, как бы из двух тоже таких вот островков. Поэтому мы будем делать так, как там. Еще одну вот так сюда. И можно взять сюда. Вот такая вот одна получилась вот тут между ними. И теперь вторую мы сделаем вот так вот чуть-чуть. Тоже наискосок. Зацепим тут. Ну, может быть, еще. Наверное, сюда вот так, чтобы выровнять немножко этот краешек. Повторим вот так сюда. Вот нужно придать такую форму вот таких вот двух как бы треугольничков. Так, здесь сделали. И переходим на эту сторону. Теперь просто нужно прошить сюда вот. Крайняя точка – это вот этот уголок. Делаем с этой стороны точно так же. Вот придерживаемся, чтобы было похоже. Поэтому вот как тут вот 1, 2, 3 по рядочку. Здесь тоже вот так 1, 2 в третью, да? В третью. Не этот ряд, а вот этот в третью. Так сюда. Смотрим, что было на уровне с той стороной на одном, на одинаковом уровне. Не вылазить слишком за пределы, чтобы мордочка была симметричной. Вот так вот мы прошьем. Приблизительно они вот такие вот усики. И теперь нужно приклеить глазки. Я закреплю нить сейчас, чтобы ее отрезать. Сюда подальше. Вот так прошили мордочку. И теперь приклеиваем глазки. Глазки приклеиваем вот в эти вот уголочки, которые образовываются вот между усиками.
У меня такой прозрачный клей момент, и я им приклеиваю. Вот так вот кладем вот так сюда глазки у него. Они вот так широко посажены, такие вот забавные глазки. Сейчас закончить надо вот тут второе ушко. Нужно пришить голову. Голову мы пришьем вот так вот по центру. Размечаем и пришиваем, естественно, только вот так вот, посередине между белым и желтым. Вот так вот надо его пришить. После этого еще ставится вот сюда вот так одна проволока цельная в голову и в эту, и выгибается, чтобы можно было управлять головой и хвостиком. Проволоку внутрь вставляем через хвост, вот так в голову здесь загнуть и в конце хвоста тоже, чтобы не вылазило. Итак, вот мы глазки приклеили. Здесь вышили, в общем-то, с мордочкой закончили. Осталось только бровки вышить, потому что без бровей у него не совсем то выражение мордочки, скажем так. Для того, чтобы вышить бровки, нужно найти место, я думаю, где-то вот так вот повыше немножко. И слегка пусть будут они удивленными. Прячем узелок вот тут в черной части носа. Так вот. И вот так вот ляжет одна бровка у нас, вот небольшие, они у него такие вот очень приятные. И вторая, наверное, вот так вот, да? Да. Вот так вот они шьются очень просто. Раз и два. Все, теперь нужно просто закрепить ниточку и узелок спрятать. Так, хвостик на конце я тоже немножечко просто так вот взяла и расчесала, он разлохматился. Вот, и теперь нужно вставить проволоку. Без проволоки, конечно, ему трудно придать необходимое нам. Давайте мы вот так вот снизу не сильно его будем показывать, где оно там, чтобы не очень заметно было. Так, и теперь вот через все туловище проходит проволочка насквозь. Тут проволочка сейчас вот прошла уже насквозь, вот она, видно, выпирает вот тут вот уже у него, да. И мы его просто начинаем сгибать там внутри. Вот так вот заворачиваем проволоку так, чтобы она не захватывала нам вязаное полотно, но свернулась где-то там внутри в кольцо, чтобы потом в случае нажатия на него не вылазила где-нибудь вот так вот в центре головы. Вот, свернули вот там вот его. Теперь оно петлей, а петля, она уже не вылезет, она просто упирается. Вот, все, до упора дошла. Теперь здесь тоже у нас вот так вот делаем до упора. Лишнее нужно отрезать. Вот так вот где-то мы отрежем не все. Это нужно согнуть. Не слишком сильно, чтобы это была возможность его вот так вот туда спрятать. Так, и дожимаем теперь там внутри. И вот она уже у нас согнулась. Все, уже не вылезет острым концом. Значит, дальше теперь мы можем, видите, она вот такая у нас сейчас. И мы ей можем придать форму. Что хвостик вот так слегка можно согнуть, положить или направить. И, конечно же, нужно ему вот так вот поднять голову. Он такой задорный, этот покемончик. И как там на картинке, он вот так вот повернул голову, слегка наклонил. Можно вот так вот чуть-чуть вниз и чуть-чуть кончик вверх задрать у хвостика.
а голова вот так вот будет. Вот лапки у нас достаточно плотные, они хорошо держат форму, и поэтому вот он будет вот такой вот. У нас можно носик вот наклонить чуть больше, повернуть голову вот так чуть больше сюда, например. Вот такой вот будет. То есть им можно управлять, и это уже интересно. Ну, пожалуй, все. Покемон готов. До свидания.